Ну, как бы на прошлом стриме мы смотрели этот, как он называется, Final Countdown в такой же ситуации. Сейчас посмотрим, что здесь будет такое. Уверен, что будет говно отборное. Да, это я еще не видел, это прям достойно. Меня просто поражает, да, что все равно вот есть, ну, то есть, ну, Хэмит, ну, это просто полная нулина, абсолютная нулина, то есть, ну, ничего не может, чувак, вообще ничего. И при этом есть какие-то видосы, помните, как кидали, какие-то, типа, там, гитарные преподы в кавычках, да, там, в пяти кавычках. Хэмит, он все-таки не зря на своем месте, он интересный музыкант, он там то-то-то-то, Хэмит то-то-то, Хэмит своей манерой игры, там, Хэмит то, Хэмит все. Да нет, блядь, не надо придумывать ссаные наебки. Хэмит обычный, глухой пионер, традиционный, который ничего не может и никогда не мог. То есть, вот... Это бедняжка тоже еле живая своими этими кунилингусскими панчиками, что пытается ковырять сфинктерными. Пальчики, помните, да, сфинктер-френдли. И помните, да, этот человек там что-то говорил какие-то... Не надо там в песне что-то арпеджио, не надо, то надо там душа, там, ну, как, ну какая душа? Ну куда? Какая душа? Где? Да, я не могу понять, сколько еще нужно доказательств того, что Хэммит — это полная нулина. Это не какой-то там не легендарный соло-гитарист, там, легендарный гитарист Металлики, это абсолютный говнарь ноль, абсолютный, который не может ничего, ни в рифы, ни в соло, никуда. А что в комментах, сейчас посмотрим. Я могу, типа, с гордостью сказать, что на несколько минут в сентябре 2018 я был лучшим гитаристом, чем Хэммит. Ну, может быть, да, может, что-то прозрел, чувак. Я, типа, видимо, что не знаю, astounded. Видимо, ошарашен тем, что эти ребята профессиональные музыканты. Нет, они не профессиональные музыканты, они профессиональные музыкальные лохи. Satisfied, they look so happy, proud. Типа, грустнейшая, самая грустная, видимо, часть, то, что они выглядят такими счастливыми и горды сами собой. Ну, это здорово, если кто-то что-то понял, это здорово, конечно. Просто непонятно... Сейчас, гитара, Hero Vision. I love it. Sounds like you drunk uncle. He's made from karaoke. Типа, мне нравится, да, что, видимо, звучит, как будто пьяный дядя что-то там в караоке возится. Да. This is what... Сейчас. It's what it sounds like when... Видимо, принц, наверное, плакал бы, да, если бы такую херню услышал бы. Ну, прикольно, прикольно, если хотя бы хоть кто-то, как бы, стал что-то понимать, это уже хорошо. This is what it sounds like. Music, это, видимо, это то, что звучит, когда музыка умирает. Да, потому что, я говорю, что эти чуваки — это абсолютные антимузыкальные лохи, которые ничего не могут в плане гитары. Ни один, ни второй.